Господи, благослови. Сегодня 9 мая. Христос воскрес. Воистину вот воскрес. Это истинный день победы. Христос воскрес из мертвых. Мы с братом Владимиром находимся недалеко от Потеряевки. Там храм отсюда не видать, да? И на плотине нашей, где пруд, пруд лагерный называется. Вот здесь как раз в этих тихих водах, проводится крещение. Там пирс виден, но его надо ремонтировать. И вот до приезда брата Владимира я тут с братьями местными ходил и откидывал снег. Там дальше вот обводной канал и тут центральный слив. Чтобы вода уходила не через плотину, не размывала ее, а именно этими каналами. Я пошел и с удивлением обнаружил, что тут, оказывается, поработало одно творение Божие. Что для меня удивительно было. Она лежала вот так вот. Это я уже завернул в сторону. Вот так, это бобер. И когда я стал говорить в деревне, там, в школе, сам я в школе учителем работаю, то дети говорят, это по осени уже было такое. Видно, поздняя осень он тут работал. Видите, как обточил он тщательно. Ветлину свалил, но она ветла живучая, это беды-то большой нет. Это можно потом на дерево нам забрать, на дерево, на дрова. И там дальше тоже повалено. Идем туда. Вот это наша плотина, ее нужно поднимать. Это надо будет делать. Вот она ветлина. Я ее тоже отвернул туда. Видишь, как он затачивает. Вообще. Да, кстати, сейчас я вспомнил, где наша старая баня, там березки повалены. Вот где-то на такой высоте от земли. Видимо, он по сугробу залез, Божие это творение, и давай точить. А похоже, как будто бы топором. Ну. Ты не видел там? Видел, мы вместе смотрелись. А, мы вместе же ходили, да. Вот это бобер поработал. Вон еще видно, но вон оно. Да, и вот еще... Вообще, полностью его. Вот он столб забрать. Вот он как раз сливной канал. Мы его в конце марта, в начале апреля прочищали, чтобы вода здесь шла. Вот здесь вот мы землю убирали, это как перемычка небольшая. И здесь снег, снегу было вот так, наверное. Прочищали мы все. Вода и сюда шла, а там на центральном сливе тоже. И не успевала уходить, потому что 12 апреля как раз Пасха. Сильно вода пошла, потому что ночью не подмораживала уже. И она через плотину потекла у нас. Вон белеет трава аж вся от солончаков этих. Вот, это видно солончак, да. Вот так вот. Ну вот и Господь позволит, если 12 июля здесь крещение будет. И уже билеты даже некоторых куплены. Аж из Франции приезжают, из России. Из России многие. Ну вот так вот. Кто желает познать путь спасения, приезжайте. В тихих водах крещения здесь совершается троекратное погружение у нас. Слава Христу. А вон там что за куча? Не его случайно? Куча вот это вот? Да. Ну вот не знаю. Бобры любят вот такие строить. Чтобы всякие. Туда пройти, это надо там вокруг по полуострову. Тут мы не пройдем. Через батюшку, но. Да, раньше тут андатор много было. Слава Христу. Ну вот так.